Приветики! С вами Ольга, и я вам желаю здоровья, счастья, радости, любви, мои дорогие. И сегодня, конечно же, мой репортаж с моря, потому что сегодня самые главные и хорошие новости, которые посвящаются открытию летнего сезона. Ура всем Италию! Итак, мои дорогие, самые главные новости от вчерашнего дня. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение об открытии с 28 июня авиасообщения с рядом стран, среди которых США, Болгария, Италия и Кипр. Это супер здорово! То есть 28 июня, дорогие мои, вы можете уже сделать себе поездку в Италию. Хотела бы вам напомнить, что возобновились рейсы с 1 июля в Пизу и в Римине. И также предложено возобновить на взаимно выгодной основе регулярное воздушное сообщение с Италией по маршрутам Москва-Рим, Москва-Милан, Москва-Венеция и Москва-Неаполь даже. Мои дорогие, въезд в Италию уже по всем городам. Какое это счастье! Ну, еще раз хотела бы вам напомнить, что при вылете из России в Италию обязателен тест на коронавирус. Сейчас уже он за 48 часов до въезда в Италию. И плюс еще нужно заполнить обязательно анкету. Здесь уже в электронном виде. Эти две составляющие нужно сделать обязательно, дорогие мои. Но самое главное, что наконец-то 28 июня возобновляется туризм в Италию, дорогие мои. И это супер здорово. Тем более, что очень много прямых именно рейсов в Италию. Но мне самое главное, что с 1 июля именно вот то, что Москва Пиза и Москва Римини. Вот это для меня самое главное. К сожалению, в этом году получилось так, что мои ни дети, ни внуки ко мне не приедут, дорогие мои. Я немножко расстроилась. Ну, хорошо так расстроилась, но что делать? У них свои-то дела, свои такие получились отпуска. Так что гостевая комната у меня свободная. Если кто собирается в Италию, пожалуйста, созвонимся. И будем организовывать отпуск по полной программе. В общем, самая главная новость – это уже с 28 июня можете бронировать билеты, можете делать визы. Италия ждет, дорогие мои, не только Виареджо, но и другие города. Но, конечно, я влюбленная в Виареджо, влюбленная в Тоскану. И приглашаю вас всех и сюда тоже. А, конечно, вы должны сами определиться, где вам больше нравится. Но самое-самое главное, что Италия уже открыта с 28 июня. Наконец-то мы дождались этого дня. Мы столько времени его ждали, мои дорогие. И это чудо наконец-то произошло. Напоминаю, что с понедельника, с 21 июня, Италия переходит полностью в белую зону. Здесь совершенно спокойно, конечно, масочный режим соблюдается в закрытых помещениях, когда входите в супермаркет или в какой-то магазин. По дороге маски уже можно не надевать, но, конечно, на море, когда вы загораете под зонтиками и купаетесь, уже, конечно, там не до масок, все ходят без масок, и это вовсе не обязательно, потому что море и солнце убивает. Ну, в общем, Италия ждет с распростертыми объятиями. Совершенно белая, заболевших здесь мало и совсем даже 1% нет. Поэтому приезжайте, не бойтесь, здесь вирус уходит сам по себе. Целую вас, обнимаю, жду в солнечной Италии.